Пенсионерка из Костанай отсудила у перевозчика 700 тысяч тенге. Такую сумму суд оценил моральный вред за травмы, полученные при выпадении из автобуса. Инцидент произошел в марте этого года. Женщина вошла в общественный транспорт, а водитель поехал, не закрыв дверь. В результате пассажирка выпала из автобуса на дорогу. Она получила травмы средней степени тяжести. Однако во время расследования скончался водитель маршрутного автобуса, и уголовное дело прекратили. Тогда иск женщина предъявила автопарку. Согласно законодательству, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или на гражданина, которые владеют источником повышенной опасности. С учетом всех обстоятельств дела, суд решил взыскать 100 в пользу потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч тенге.